наша невеста практически готова покорять город Минск. Настя, что, я себя еще не видела вообще. Сиськам много внимания. Да, аккуратнее, уже 12 лет. Да, идешь. Что я должна говорить? Блин, текст не помню. Ну все, Даша снова невеста. Классная невеста. Да. Какое солнце, нас греет солнце. Ну что, сегодня Минск думает, что явно какая-то свадьба селебритяла, потому что целых 16 фотографов бегает, крутится, люди боятся подходить, но тем не менее смотрят, взгляды устремлены сюда. А вдруг западная какая-то богиня снизошла и решила отпраздновать свою свадьбу в Минске. Здравствуйте, друзья! Мы с вами в центре Минска, на Зыбицкой, и у нас свадебный воркшоп «Экспо-статус». У нас сегодня звездная пара, наша белорусская звездная пара, Ольга Цацук и Александр Сериков. И вот 10 фотографов фотографируют нашу прекрасную пару. Любовь, небо, счастье – все это здесь. А организаторы – мы, выставочная компания «Экспо-статус». Мы проводим много красивых выставок, фотосеминаров и приглашаем всех в Европу с такими же фотосессиями. Экстремальные условия, 35 градусов жары, центр города, кабриолет просто невероятной красоты, наша дорогая Олечка Сатюк. Ты знаешь, мне даже приходилось в туалетах красить невесту, потому что не было где, поэтому это просто замечательные условия. Я думаю, здесь не привыкли днем видеть так много красивых дам, трезвых, занятых делом. И вот и я сегодня тоже отличилась, как видите. Я редко бываю здесь днем. Кстати, очень красиво здесь. Днем. О! Юрий! А жених где? Привет! 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 Дорогие молодожены! Самое главное в жизни, супружеской пары, это уступать друг другу. С высоты своего большого опыта семейной жизни могу сказать, что это работает. Все гроши, чтобы всегда были, естественно, у жены, у невесты нашей прекрасной. Тогда они будут целее, потому что жених... А он уже пошел тратить деньги, да? Уже тратит. В общем, любите друг друга, друзья мои. Будьте счастливы. Это прикол или серьезная свадьба? Да фотосессия. У них свадьба. У них свадьба. Как дела? Хорошо. Незаметно, что хорошо. Ладно, не увидимся. Класс, взаимно. Настюля. Пока. Скажи, смотрите Сатюк Шоу. Всем привет, я блогер Тео. На канале Сатюк вы узнаете все самое интересное, все самое красивое, все самое трендовое, все самое вкусное. И я уже проголодался. В общем, успехов, удачи. Сатюк Шоу. А я сяду в кабриолет. Она охуительная пара. Тихо. Есть такая профессия мотиватор. Человек, который стоит за сценой, и артист вынимает перед выступлением. Она похожа на королеву.
Только короны не хватает. Опа, у нас просто тут... Что сегодня все тут делают? Что у нас тут происходит? Почему все сегодня... Магнит, селебрити магнит. Все, может, да? Это тайна. Между нами так. Тихую песню с прибоем совместно мы напоем.